Добрый день! Оптические иллюзии в одежде – это своего рода обман зрения, который свойственен любому человеку. Играя линиями и цветом, можно изменить восприятие любой фигуры, сделав ее визуально более широкой или более узкой, более высокой или более низкой. Вы наверняка знаете, что при помощи оптических иллюзий в одежде можно стать стройнее или выше, а также скрыть недостатки фигуры. Сегодня расскажем о небольших хитростях, зная которые, можно умело формировать свою фигуру. Итак, давайте начнем! Иллюзия номер один. Любая вертикальная полоса сделает вас выше и стройнее, особенно если она расположена по центру переда. На фото вы видите два одинаковых платья. Одно без шва, а другое со швом по центру. Посмотрите, какая разница! Также отлично с этой задачей справятся любые отделочные вертикальные строчки или вытянутый V-образный вырез. Причем, что касается отделочных строчек и полосок, то чем они уже, тем стройнее в них будет фигура. Иллюзия номер два. Горизонтальные линии визуально могут вас сделать намного полнее, чем вы есть на самом деле. Первая фигура смотрится худее, чем последняя. А все потому, что на крайней правой поперечная линия проходит по самому широкому месту на фигуре. А посмотрите в центр. Фигура в середине смотрится намного полнее, чем все остальные, хотя на всех фото одна и та же дама. Иллюзия номер три. Платье, сшитое из ткани в клетку, расположенную по диагонали, будет стройнить. Даже если на платье будут расположены большие карманы, выкроенные по диагонали, эффект будет тем же самым. Иллюзия номер четыре. Если у вас фигура груша, то есть узкие плечи и широкие бедра, вы должны выбирать силуэт, идущий вверх. То есть большие воротники, оборки на горловине, на рукавах, рукав-фонарик, вырез лодочка. А если природа вас наградила узкими бедрами и большим бюстом, то одежду подбираем с точностью до наоборот. Иллюзия номер пять. Черный цвет стройнит, а светлый полнит. Это аксиома. Но это не касается однотонных вещей, а только при комбинировании светлого с темным. Всегда помните, что в проблемной зоне должен находиться темный цвет. Милые дамы, мы надеемся, вы воспользуетесь этими советами в подборе одежды. До свидания!